Даниил Хармс. Стихотворение «Удивительная кошка». Несчастная кошка порезала лапу, сидит и ни шагу не может ступить. Скорее, чтобы вылечить кошкину лапу, воздушные шарики нужно купить. И столпился народ на дороге, и шумит, и кричит, и на кошку глядит. А кошка от счастья идет по дороге, от счастья по воздуху плавно летит. Конец.